болельщики, тренеры, преподаватели и, конечно же, наши дорогие спортсмены. Я вас поздравляю с открытием первенства по боксу среди юношей. И, конечно же, мне очень хочется пожелать, чтобы вот эти два дня прошли и для спортсменов, и для тренеров. Вот, с особой благодатью, с особыми успехами. Задача не гнаться за спортом высших достижений. Гораздо важнее сделать спорт массовым и вовлечь как можно больше мальчишек и девчонок в спортивные секции, чтобы дети шли в спортзалы и на стадионы. В Ленинске-Кузнецком 3 школы бокса. 279 подростков предпочитают не бить баклуши. Боксерский мешок для них – более подходящая цель. Бокс очень сильно процветает, очень много детей. Еще приглашаем, пусть родители приводят, будем учить их, все. Я думаю, что это, как говорится, бокс – профильный вид спорта, олимпийский вид спорта, и нужно его развивать. И он развивается, все хорошо. Бокс он развивает, я считаю, что все физические качества, и силу, и скорость, и выносливость, и ловкость, что важно вообще и в жизни, в любом движении, в любой работе, как говорится, все эти качества физические, все они важны. И бокс вот именно тот вид спорта, который все это в равной степени развивает. Как и в любом виде спорта, в боксе нужно быть предельно внимательным. Каждое движение вырабатывать за миллисекунды. Уже более 7 лет такой тактикой в бою пользуется Евгений Чарухин. Говорит, что золотых медалей у него уже много, но хотел бы отличиться и на самом высоком уровне – олимпиаде. Меня мама с детства отдала на бокс, и я поставил себе цель стать олимпийским чемпионом. Каждый день заниматься, тренироваться. И дома еще заниматься. Первенство Ленинск-Кузнецкого городского округа по боксу на призы главы города – отборочный тур на областные соревнования, после которых сильнейшие попадут на первенство Сибирского федерального округа, которое, кстати, будет проходить в Ленинске-Кузнецком.